Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С днем рождения, дорогая, поздравляю. Будь счастлива и здорова, чтобы вся семья у тебя была очень также счастлива и здорова. Полный дом тебе счастья, здоровья. Спасибо. Что такая кис? Ты сладкий? Такой маленький, хороший мальчик. Давай кисов сфоткай. Давай вот так, мама, нас сфоткай с кисой. Пожалуйста, мама, расскажите рецепт. Нам баклажанов спрашивали, как вы делаете. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, баклажанчики берем и разрезаем пополам, угу. Насекаем их. Вот. И, значит, сбрызнем маслицем, любым маслицем, какое есть масло. Растительное, оливковое, любое. Потом любую посыпочку, любые приправы. Можно посыпать. Я посыпаю приправами для курочки и можно перчиком сверху. Все оставим в духовочку до запекания, до румяной курочки. Очень рекомендую. Точно так же можно приготовить баклажаны, кабачки. О, баклажаны и кабачки. Вот. Ну, цукини, да? Цукини, угу. Да. Вот так вот ты баклажан на две части разрезаешь или пластами? На две части повдоль разрезаем и надсекаем. Маслицем дурызнули гевюрцы. Хенхенгевюрцы ты берешь, да? Если кто в Германии живет. Ну, угу. Можно любые гевюрцы, кто какие любит. Смотри, что так внимательно смотрит. Приятного аппетита всем. Спасибо большое. Обращайтесь, низкий поклон. Если что. Мама, тебе красиво одела, он прям влюбилась. Мама положила, это папочка его одевала. Как настоящий мужчина. У даже вот папа так не оделся, как Андрюшка. Это же просто вообще Андрюшенька. Что ж, еще я бабочку положил, но не захотел, мальчишка. Принесли. Дядька сказал, шницель из гекамы. Давай, целуй. Ты видел, какой он красивый у нас? Вообще. Но он же не светится, я ты видишь? Я только утопал, у меня не светится. Да ты что, у тебя не светится? Я ну, вот только у Андрея не светится. Это же Андрей у взрослых не светится, да? Ты мне и помесь фоткала? Можно. Красивый помесь, кушай. Чик, сфоткала. Все. Ты кушай давай. Стой. Улыбайся. Пошли, сынок. Мы покушали, поедем домой, да, Андрюша? Мама, зайчик охренеть сфоткала. Сфоткала всех. Давай. Зайчик самый красивый, да? Давай теперь рассматривать цветы. Давай. Рассматривай. Очень красивые цветы. И цветы. Тут у шишки искал, да? Здравствуйте, можно, заходите, Бетыша. Второй раз, что ли? Заходите. Бетыша. О, боже, что это за тут красота? Здравствуйте, с днем рождения! Вау!
А поздравлять меня не будешь хэппи бёрзды делать? Будет. Сейчас, подожди, Слава. Он будет задувать. Злождение, мама. Еще раз. Злождение. Спасибо, мой милый. Можно задувать. А что? Что мне хэппи бёрзды? Мама, можно? Давай, задувай. Хэппи бёрзды тую. А какой вместе. Сильный. Ура! Хлопай, Володя. Ура! 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 А ведь у людей не смотрела, Вику не видела. Ура! Змей Горыныч. Андрюша, во что вы играете с папой? В войнушку. В войнушку. Папа, покажи хоть свой. Папа, покажи свое оружие. Чего себе, что у тебя, папа? На мою. Вау! Ну-ка, давай стреляй на папу. Ничего себе. На. Давай. Андрей. Ты что ж, перезаряжаешь патроны, что ли, Андрей? Mm-hmm. Ну-ка, покажи-ка. Вау. Немножко туда подальше отойди, сыночек. Вот так, ну-ка, показывай. Mm-hmm. Давай, переворачивай, наверное, вот так. Ничего себе, ну-ка, стреляй. Это с папа тебе как смастерил. Класс, да? Ой. Круто. Правильно, у тебя круче вообще, да? Целиться еще можно. Ну-ка, давай, стреляй. Ух ты! Что там, подзаряжаешь его, что ли? Перезаряжаешь, да, Андрей? Нет. Патроны. Давай. Стреляй. Класс. Андрюш, ты победил? Это я. Отвалился у папы. Мам, вот я, да. Значит, победил. Конечно, чек. Ура, умничка. На спину он башу отвалился. Да, молодец. Сын. Смотрите, сколько. Да, это дождь. Сын, а что тут уточки наши делают? То есть твои. Ты с дедушкой катал на тачке эти уточки, да? Смотрите, что у меня творится. Смотрим, мой хороший. Да. Вылим потом, оставь, а то оболешься. Мы приехали на ферму. Хотим купить молочка свежего. Мы купили молочко. Вот такая бутылочка стоит 1 евро. Мы ее себе как бы выкупили. И ойра стоит литр молочка свежего с автомата, прохладненькое. Вот такой домик. Так все красиво выглядит. Не удалось мне поснимать, к сожалению. Автомат, с которого льется молочко, был сломан. Ну, мы еще приедем в следующий раз.